Доброго дня. Я совсем тут пропал с видео, но это есть свои причины, как обычно. И поэтому я хочу пару слов сначала сказать, почему все так происходит, и потом покажу, что я, над чем сейчас взялся работать со скуки. То есть, причина такая. У меня японский станок, плоский шлифовальник, хотел там ободрать по плоскости те модельки, которые я завел до этого, где у меня шаблон. Ох, под руками нет шаблона. Ладно, как обычно. Ну, такие большие, короче говоря. И, в общем, у меня тут все это дело зависло. Зависло почему? Сгорел двигатель. Двигатель подходит только японский или корейский. Цена от 40 тысяч. Там 42, 46, плюс доставка и так далее. В общем, надо переходить на советские станки установлены. Точность чуть меньше. Но зато работают, ну ура, и движок стоит для такого станка от 4 до 20. Смотря где купишь, смотря какого состояния, и новый, не новый. Вот так вот. В общем, короче говоря, я тут завис. С этим делом тут бегал, тут план шайбу сейчас придется делать, пока временную, чтобы хотя бы движок установить. В общем, караул полный, я вам скажу. Ну это ладно, все решаемо. Как говорится, были бы деньги, они решают любой вопрос. Я уже 3 или 4 раза даже уже спутался, был на рыбалке. Поэтому канал можно еще добавлять. Там бритва-рыбалка. Много чего познал, много чего поймал. Вот. Но, блин, каждый день ломает. Хочется что-то с бритвом в руки приложить. И вот я не выдержал, нашел из того, что у меня было в заготовках. Маленько под себя тут их подкорректировал по контуру. Туда все, и вот решил состряпать. Это сейчас они просто в ободранном таком состоянии. То есть грубо ободранные, закаленные. И немножко вот отокалено, подзачищено слегка. Вот. Вот такие они сейчас. Если их продолжить в таком же духе, вышлифовывать, то можно уже, в принципе, близок клин 75%. Но мне он не интересен, хочу hollow. То есть, ну, вогнутость. Нормальную такую вогнутость. Вот такие вот клиночки. 4 штуки у меня готовятся. Все дамаск. Тут что-то вот меня нашло. Ну, что-то нашло. Да не что-то, в принципе-то. У меня был заказ такой за границу один. Там были... Ой, вру, 2 заказа было. Сначала там пяток где-то примерно, а потом где-то штук 15. Вот с такой вот штукой. То есть, чтобы вот здесь палец еще был. Здесь должна быть насечка, кстати. Не знаю, насколько он функционален, конечно. Фиг его знает. Но вот так вот решил повторить. Это то же самое, то же с таким же функционалом или антифункционалом. Не знаю, как это правильно назвать. Вот так вот. То есть, как по мне, так вот этот упор, вот еще он функционален, вот этот вот переход. Ну да. А в остальном, ну не знаю. Может быть, может быть. Вот. Сколько я сегодня сделаю, я не знаю. А сделаю столько, сколько сделаю. Вот именно не больше, не меньше. Хочу, то есть, вот сейчас у меня уже термообработка прошла, время еще какое-никакое осталось все-таки. И вот сейчас начну уже вышлифовку в лезвие их превращать. И так далее, и так далее. Там переходов много будет, чтобы сделать вогнутость, чтобы она так сразу сходилась и пошла тонким лепестком. Шлифовки очень много будет. Вот. Что, конечно, не очень хорошо скажется на цене итоговой, потому что эта шлифовка хорошо пожирает денежку. Но не дороже кого-либо, если так разобраться-то. Ребят. Серия номер 2, или часть номер 2. В общем, прошелся я шлифовку, несколько переходов. Что у меня в итоге получается? Да, кстати, забыл в прошлый раз сказать в первой части, что где-то 25 миллиметров ширина лезвия. Вот так вот она сейчас грубо такая, шлифовка грубая.
Раз, два. Нет, на два не тянет еще. Вот. Мысль у меня такая сейчас закралась. То ли мне оставить его сейчас как есть. Это, в принципе, я не знаю, вот одна четвертая все-таки, по сути, получается, одна четвертая. То ли вот оставить и не выпендриваться. Потому что чем дальше, тем дороже. А варианты уже неплохие. Да, одна четвертая вот сейчас. Так, эти чуть шире. Следующие два. Ну, там всего на полмиллиметра, на миллиметр, где-то так вот разница. И уже песня какая, да? Та же 1/4. Они еще тоньше, намного, намного тоньше станут после вышлифовки там мелкой. Поочередно опять там много еще ступеней будет таких переходов. Вот. И плюс еще есть протравка там вообще караул, вот все сверхтонко. Вот думаю, не остановиться ли мне вот на такой вот, то есть вогнутости. На самой еще, как говорится, уменьшится. Но оставить 1/4, а не 1/2. Вот вопрос прям вопросов. Я вот сейчас в думках такой. Ну, а меня как-то тут дня 4-5 назад спросили, а можете вы сделать экстра-класса бритву? Вот вы пощелкайте, ваша экстра-класса импортного производства будет так звенеть? Это еще в грязном, как бы, состоянии, таком драном. Что еще будет? Как говорится, то ли еще будет. Вот в чем дело-то? То есть то, что там экстра-класса, где-то вы увидели или вы умеете, оно далеко не дотягивает до этого класса. Так что думайте сами, как говорится, могу ли или нет. Пух. Ну что ж, мысль мне, конечно, такая не покидает. Ну не знаю я, как мне быть. 1/4 оставить. 1/2 выгнать. Самое интересное, а кто оценит? Я знаю, что они повиснут на сайте, и это будет вечно. Поэтому я даже усомнюсь в том, что мне надо дальше продолжать выводить их на 1/2 даже. Да, пожалуй, я ставлю 1/4. Сейчас я ее начну вышлифовывать. Да, так и сделаю. Какой-то внутренний голос, не знаю уж прав ли он или нет, но он подсказывает мне сделать так. Оставить 1/4. Она и позвонче будет 1/4. И в бритье пошустрей. Да. Перед кем вы камениваться-то, правильно? Не перед кем. Поэтому продолжаем вышлифовывать то, что есть. Что ж, мне кажется, я уже из последних сил шлифанул, то есть в тонкую, так вот, можно так сказать, в мелкую под протравку. А все остальное еще не сделано, то есть вот тут по плоскости надо будет еще выгонять. Тоже вот так же, чтобы как лезвие было. Вот, бушки. Вот эти вот эрлики, то есть тут все насечки, все дела, все надо делать. Запили хорошо уже. До двух можно сосчитать. Раз, два. Раз, два. Красота. Да, вот так не показалось, наверное. Вот она. Чистокровная 1/4. Тут называть такие 1/2. Но все-таки это, в принципе, 1/4. Вот. Вон там рисунок уже проявился на полировке. На лезвии, в смысле. Хотя грубенько так еще шлифовано. Но еще мельче не нужно. Для протравки это не очень хорошо будет. А. Покороче звон, но более такой
высокочастотный. Ну да. Почти 1/2. Ну нет, все же. Будем считать правильно. То есть 1/4. Хотя вот эта 1/2 это 1/4, это. Ладно. Такой разброс. Упс, упс. Опа. Вот так вот все по-грубому сделано. Тоже короткий. Короткий звук. Кстати, вот так вот. Который у нас пела-то. Вот это пела, она самая широкая. Слышите, да? Струна. И вот еще четвертый. Вот все в таком состоянии. Я, конечно, сейчас что-то еще с ними сотворю. Что-то такое. Не знаю, может, по плоскости прогоню, может, что-то еще сделаю. Но что полностью их сегодня изготовлю, я уже даже не верю сам. Но чудеса случаются. О, до 2 сосчитать можно. Ух, до 2,5 даже. Поет красиво. Вот такие вот у меня экземплярчики. Ну что ж, сейчас посмотрю, то есть остатки сил потрачу на что-то. Я все-таки думаю, что это будет или плоскость, или лобушки. Но видно будет. Все как-то по ходу решаю обычно. То есть смотрю, что должно быть в данный момент, и то и делаю. Вот, на этом пока все. В общем, так. Мне тут отзвонили, сказали, что завтра у меня с утра еще будет супер загруженный день. И послезавтра, скорее всего, поэтому мне пришлось уйти во вторую смену и доделать клиночки полностью доделать. А? Какая экстра сможет так спеть? Я таких не знаю. Ах, какой тонкий звук. Аж ухо режет. Вот такие вот штучки вышли у меня. Такие вот экземплярчики. Сейчас, кстати, надо их латунью обработать. Красота. Прям красота. И не знаю, кому как, а для меня это песня. Прям реально песня. О, самый короткий звук у него почему-то. Такой короткий-короткий, прям вот. Ну что ж, давайте-ка сейчас я их облагорожу, насечку. Вуаля! Волшебство случилось. И теперь насечки выглядят вот так. Там тоже, видите, прорисовывается в них на насечках структуры дамасской стали. То же самое. Кажется, я их не перепутал, когда насечки так обрабатывал. Кажется, не перепутал. Тут видите, грань видно, потому что я опять ее вывел ромбом. Ромбом, это то есть вот так вот. То есть идет лезвие, идет, потом вот так раз легким ромбом. Это положено.
Так производится бритва. Если ромба нет, значит, бритвку сделали без знаний. Без знаний того, как это делается. Все. В общем, мне сейчас надо вентиляцию тут почистить, прибраться, туда все. Поэтому я погнал, как говорится. И пора прощаться на сегодня. Надеюсь, не слишком нудное было видео. Тем более, оно склеено из нескольких частей. Может, кому-то будет интересно. Ну, опять же, я повторюсь, кому не интересно, как говорится, тот не смотрит. А на этом всем до свидания. Нормально сегодня маханул. Всего доброго. Увидимся.